Совет министров затвердил график переноса рабочих дней на 2017 годе. Отповедная информация размещена на официальном сайте Урада. С понеделька 2 студеня працовный день переносится на субботу 21 студеня. Выходным будет и понеделок 24 красовика, а суббота 29 красовика – працовной. С понеделка 8 мая працовный день переносится на субботу 6 мая. И замест понеделка 6 листопада будем працевать у субботу 4 листопада. Организациям предоставлено право с уликом специфики вытворчести оживлять перенос рабочих дзен у иншим парадку у отповедности с законодавством.